Мир всем, друзья! Вы на канале Мастер Кладки 95. Я Аслан Азимов, сын Асланбека. Вот мы уже начали забор, и мы вместе с дядей все организовали для меня, все приготовили, все начали. И поставил меня дядя на ворота. Вот, работай, говорит. Дядя дает мне такие, именно специально такие работы, дядя именно оставляет мне арка, там, допустим, вот это как называется, то, что я сделал. Окантовка гаража, фронтон, эти карнизы, вот эти арки, балки. В основном, почему оставляет мне? Чтобы я, чтобы набирался опыта. Потому что я должен расти, расти, расти и расти. Учиться и учиться. Как же, как говорится, век живи, век учись, но дураком, иншаллах, я не помру. Такая у нас ситуация. Кровельщики тут все сделали вот на этой кровле. Тут мне придется поменять, это бесстрашный, там, отчаянный Расул там что-то натворил, вот, на крайних кирпичах, короче, придется за ним переделать. Вот здесь крыша идет у них, все, здесь. Я полный, короче, спрошу у кровельщика, что, сколько сюда квадратов и кубов материала ушло, и потом вам уже расскажу про размеры, все это отдельный видеоролик сделаю. Сегодня начали забор, и работа идет вот так. Здесь балки, здесь я вам говорил, расчеты поменялись, поэтому не выложил ребро. Как только я начинал, пришел кровельщик и сказал, все, не выкладывай ребро, расчеты поменялись. Вот насчет фронтона, мне задавали вопросы, что ты три ряда должен был поднять. Теперь вы понимаете, я не понимал это, как объяснить и долго писать, короче. Шифер идет сразу над ребром, и поэтому все теперь на своем месте. Вот здесь дядя начал забор. Это еще до того, как я начал, закончил фронтон было. Сюда идет весь колотый кирпич. Кусочки, осколочки, весь кирпич идет сюда. И отсюда взяли уровень, гидроуровнем, все мы проверили. Вон туда пошли, до арки уже. И там ситуация какая получается, что... Короче, объясню по ходу времени. Сейчас трудно будет объяснить. Взяли уровень, пошли вон отсюда вот до первого столба арки. Вон до того столба. Здесь забор будет двухсторонний, снаружи и снутри. Вот эти арматуры, они, видите, слишком с краю находятся. Здесь будут столбы, будет заливаться бетон сюда, будет столб вокруг, и туда будет заливаться бетон. Арматуры будем вырезать и переставлять в нужное нам место. Рассчитаем и все перенесем. Все... Пока что. Дальше посмотрим. Смотрим. Видите, мод. Вот причалочки. Что я делаю? Завожу. Теперь буду так делать. Заведу столб с одной стороны и с другой стороны. Я просто лицевую часть буду заводить вот этими причалочками. И схождения у меня не будет. То есть все подугольники... Туда пойду идеально, то есть, видите, и с этой стороны. А расшивки. Все пойдет вот идеально, и с одной стороны, и с другой стороны. Здесь уже не придется мне уровнем играть. Как вот по рядовочку, да? Вот эти два кирпича выровнять постоянно сюда этим уровнем. Вот выставлю кирпич по леске и по плоскости. И, естественно, вот этот край... Причалочка будет. Задняя сторона не нужна мне, потому что те, кто смотрели урок, я что делал? Вот все это сделано как надо, вот передняя часть. Дальше
я просекаю сюда, допустим, следующая у меня идет половинка, да, я ее просекаю вплотную. Здесь ставлю уровень, следующий, просто на сухую положил сюда половиночку, вот. Вот, на сухую положил. А следующий кирпич, раствор, и просекаю вплотную. Потом этот беру и все так делаю. То есть, эта сторона свои небольшие виляния, вот, на тех столбах я тоже показывал, там все, кто смотрели урок, это поняли. И вот так работаю. С этой стороны вот так и уровень, вот плоскость, ставится уровень и все. То есть эта часть, это, этот бок, лицо, все, короче, основные моменты уровня. А эта часть уровень не накладывается. То есть она даст ту разницу, 1, 2, 3 миллиметра, то есть схождение кирпича, тогда как я это просекаю. Вон там столб, как я делал, тоже есть урок. Про вон тот столб есть урок на канале, и про вон тот столб есть урок на канале. Кому интересно, переходите. Ссылку оставлю внизу под видео. Кому будет интересно, посмотрят. Сейчас уже нужно сюда ставить закладные. Закладные куплены. Их надо улучшить, я это тоже вам покажу, как я это делаю. То есть их надо улучшить. А? Закладные надо улучшить, и я покажу, что я всегда делаю с закладными. То есть дополнительно довариваю арматуру и улучшаю качество. Потому что я видел момент, как этот угольник как бы на расширение пошел, и ворота пошли погулять. У меня такого не было, хвала Аллаху, надеюсь, и не будет. Поэтому меры предосторожности нужно обязательно соблюдать. Салат, а газу вам эр мадар ала? Куда ты? Да, там мах то уж, ала у подписчик. Да, 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 да. Амин, да, да, да. Чего газу олара? Нага, чего газу не голара у нас? Хорошо, само удовольствие. Так, где закладные? Вот закладная и... Вот у меня бригада кровлю делает. Вот закладная и... Сюда я дополнительно... Что я делаю? Сюда привариваем арматуру. То есть я говорю сварщику, приваривай как можешь сильнее. Потом это все идет уже в бетон, естественно. Привязывается к арматуре и... Там доваривается, если надо. Но там я сварки в основном не люблю. Почему? Потому что сварка стягивает. Самое главное, чтобы этот угольник не как бы... Как это назвать на русском? На расширение не пошел. То есть ровный свой угол, да, 90 градусов. Чтобы он не пошел на расширение. Чтобы не стал 100, 120, 130, короче. Я думаю, так будет понятнее. Потому что сюда привариваются шарниры и ставятся большие ворота. У нас ворота всегда бывают большие, тяжелые, с большой массой. И поэтому этот момент нужно сделать как можно сильнее. Угольник толщиной сколько, я даже не знаю. То есть, когда я покупал, были еще, которые металлом тоньше. То есть, я не проверял толщиной, но я думаю, это 0,7-0,8 где-то. Но метром не смотрел. Еще тоньше были, я их не взял. Мне нужно было 6, но я нашел только 3. Пока что нижние поставим и найдем другие. Все усилится. А с этой стороны все я привяжу к арматурам. И все это будет в бетоне. Вопрос этим, в принципе, нету. Главный вопрос заключается вот в этом. Когда мы это все ставим, эта часть металла, она же уже бывает как бы... Уже сама по себе, понимаете, если тут нету арматуры. Вот мы и туда довариваем арматуру, привариваем, довариваем, короче. И все так крепится. Так, здесь ставить я закладную не буду, потому что мне говорят, что есть там, да, есть. Третья закладная, она получается как бы до середины не доходит, но все-таки низко, то есть... Основная масса нагрузки, я тоже понимаю, что идет на верхнюю закладную. Просто ставил, короче, и говорят, что не нужно. Здесь в бетоне есть один. И вверху где-то ниже, 50 сантиметров ниже, чем сам этот
карниз под угольниками будет поставлен закладная. Но процесс усиления мы сделаем обязательно так, как я сказал. Так что этот вариант оставляю так. Отговорили меня от этой закладной.